Добрый день, дорогие друзья! В этом видео, как удалить мессенджер WhatsApp у себя на Android устройстве. Ну, для начала вы должны определиться, что вы хотите удалить: аккаунт, либо просто приложение с телефона. Если хотите удалить аккаунт, заходим в WhatsApp. Вот видите, заходим в WhatsApp, находим главную страницу, и здесь вверху три точки. Нажимаем их, выпадает меню, находим настройки, переходим. Первая вкладка «Аккаунт» нажимаем, и здесь будет вот такая функция «Удалить аккаунт». Нажимаем, и здесь вам нужно выбрать страну, ввести номер телефона и красная активная клавиша «Удалить аккаунт». Удаляете, далее там соглашаетесь. И делаете все строго по инструкции, и аккаунт вы в WhatsApp удалите. Если же вы хотите удалить полностью приложение со своего телефона, тогда вам нужно найти настройки на своем телефоне, то есть шестереночку, нажать на нее, найти вкладку «Приложение», нажать. Далее в этих приложениях найти WhatsApp. Вот она у меня, видите, WhatsApp. Нажимаем, и здесь будет кнопка «Удалить». Нажав на нее, согласившись, то есть нажав «Ок», вы удалите приложение со своего телефона Android. На этом, дорогие друзья, у меня все. До следующих встреч.